А вы, КШП, в этом видео я вам покажу и расскажу, как выполнить мини-пасхалку на танцующих зомби с гробом из мема Coffin Dance на карте D-Machine. Для начала включаем питание улучшайзер, и если вы не знаете, как это сделать, то вы можете обратиться к видео в правом верхнем углу. Отправляемся к ускорителю частиц и ищем 5 синих сфер, после чего стреляем в них. Они поочередно будут спавниться в следующих локациях. Под решеткой с обратной стороны питания, между терминалами справа от питания, за окном, которое под лестницей, под потолком в разломе и под платформой. После этого нас перенесет в темный эфир и активируется та самая пасхалка. В конце танца нам дадут ящик с лутом, тот самый гроб, и в нем вы найдете бесплатную Джаггерфанту и рандомное легендарное или эпическое оружие, а также снаряжение и запчасти. Что ж, ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в новых гайдах по D-Machine.